Years before the war, he moved to Bratislava as an art designer from Ukraine. От начала полномасштабной агрессии России я каждый день делаю плакат. Каждый день для меня это какое-то свое переживание, свои какие-то... Это мой путь войны с режимом российским, с Путиным. His daily production now is dedicated to picture the unspeakable aggression of Russia. Один из моих самых известных плакатов, этот плакат один из первых, который я сделал. Это цена свободы украинцев, которые не платят за свободу. Ну, когда началась война, агрессия, для меня это был шок. Я сам с Запорожской области, это территория на данный момент в оккупации. И когда мне звонила мама, и она говорила, что Коля, ты представляешь, у нас вот там, я с маленького дома, маленький частный дом, она говорит, ты представляешь, у нас танки стоят с русскими флагами. Там, где я маленький, играл с мячом, с ребятами. Для меня это был шок. Русские флаги у меня в доме, в другой стране. Почему? И поэтому пошел флаг. Я много работаю с флагами русскими. И в течение больше чем года сложно делать, рисовать и видеть русские флаги. Хочется что-то более спокойное, абстрактное. Эта серия выполнена в трех цветах. Это украинский голубой, желтый и черный, что символизирует какую-то все-таки трагедию. Например, вот этот плакат, это тоже два круга, и один это как капля, это как слеза. Можно понять его, как плачет солнце, плачет Украина, как это боль. У меня мама сейчас в оккупации. Там русский режим дает, заставляет брать русские паспорта, чтобы люди брали российское, и отказывались от украинского. Это уничтожение нации, это геноцид. In Bratislava, Mykola Konvalenka is with the fate of his country every day, in heart and mind. Ну, пока буду продолжать. Я думаю, пока не победим. You will win? Конечно. Без вариантов, у нас нет другого выбора.